Всем привет! Вы на канале Rolling Moto, и сегодня поговорим об одном из важнейших элементов мотозащиты, хоть на дорожных, хоть на внедорожных мотоциклах. Это мотоботы. Две основных опасности, от которых мотоботы защищают райдера. Первое. От прямых ударов, столкновений с препятствиями, от летящих камней и вследствие этого от переломов костей и растяжений связок. Второе. От скручивания ноги под неестественным углом. Ну и третье. От ожогов о выхлопную систему. В этом видео мы поговорим о мотоботах для внедорожной езды. Среди многообразия кроссовых мотобот и мотообуви для эндуро встречаются ботинки с бесшарнирной и шарнирной конструкцией. Независимо от того, есть в них шарниры или нет, у мотоботов обязательно жесткое голенище. Усиленный мысок, рифленая подошва, есть система фиксации. В каких-то мотоботах более усиленная защита и степень комфорта. В других все попроще. Мотоботы с шарнирной конструкцией – это более профессиональный и надежный вариант мотообуви для бездорожья. Благодаря шарнирному соединению такие мотоботы почти невозможно изогнуть в сторону. Таким образом, нога получает защиту от выворачивания в случае падения. Такие мотоботы стоят дороже и весят, как правило, побольше. Рассмотрим несколько вариантов мотоботов в разных ценовых категориях. Начнем с сегмента бюджетного Атаки MX-001. Один из вариантов мотобот по доступной цене. Они изготовлены из плотной двухслойной эко-кожи с влагоотталкивающей пропиткой. Внутри проложены мягким поролоном для удобства ношения. В области голени расположены вставки, которые обеспечивают противоскользящий эффект. В мотоботах вставлена двойная стелька, которая повышает амортизацию стопы и увеличивает срок службы обуви. Подошва у модели прочная и гибкая, сделанная из резины средней жесткости. Она разделена на несколько сегментов для большей гибкости и улучшенного сцепления с подножками мотоцикла. Зафиксировать мотоботы на ноге можно с помощью 4 микрометрических застежек с классическими креплениями и широкой липучкой с прорезиненным верхом. Не забыли здесь и про вентиляционные отверстия. Они расположены в верхней части и помогут сделать пребывание в мотоботах комфортнее. Ну что же, переходим к следующему производителю, компания Gaierna, модель Fastback Enduro. У всемирно известного итальянского бренда Gaierna тоже есть мотоботы в разных ценовых категориях. Качество этой мотообуви признано эндуристами и мотокроссменами во всем мире. Посмотрите любую гонку, обязательно увидите спортсменов в мотоботах Gaierna. Одна из популярнейших моделей от Gaierna SG12. Но мы сегодня покажем более бюджетный вариант из линейки Gaierna, модель Fastback Enduro. Эта модель прямо заточена для эндуро-дисциплины. Посмотрите, какая здесь ребристая подошва со специальным протектором. Это обеспечит отличный зацеп с подножками мотоцикла, но это не все ее преимущества. Для поездок в эндуро-условиях важно, чтобы в мотоботах было еще и удобно перемещаться там по грунту, ходить по камням и так далее. Ведь кроме проездов вам предстоит где-то толкать мотоцикл, где-то привести его или даже поднимать с земли. Выдержать все эти нагрузки подошве также помогает усиленный каркас и дополнительное укрепление стальными пластинами. Верх мотобот изготовлен из натуральной кожи высокого качества. Здесь предусмотрены вставки из микрофибры для большей гибкости и вашего комфорта. В передней части мотобот есть вставка из полиуретана анатомической формы, обеспечивающая надежную поддержку. Дополнительные защитные элементы на пятке защищают от сдавливания сзади. Система застежек состоит из 4 легких сменных пряжек с липучкой сверху. С помощью них вы быстро и точно отрегулируете ботинок по ноге. Предусмотрены вставки из вспененного материала, стратегически расположенного вокруг лодыжек и подъемов. Это дает дополнительный комфорт при длительной носке. Прежде чем я перейду к следующей модели мотобот, расскажу, на что нужно в принципе обратить внимание при выборе мотообуви для эндуро. Первое. Это жесткость. Правильные мотоботы жесткие за счет множества пластиковых ударопрочных накладок. Можете слегка поскручивать ботинок влево-вправо, он не должен гнуться. Второе. Комфорт. Рассчитывайте, что в этой обуви вам придется не только ездить на мотоцикле, но и, возможно, пройти значительное расстояние по пересеченной местности.
Поэтому перед приобретением мотообуви тщательно примеряйте пару. Форма ботинок должна быть удобной, а внутренняя вставка комфортной. Третье. Агрессивная подошва. Мотообуви для эндуро свойственна довольно толстая подошва с рифленым протектором. Это важно для более точного контакта с ножными органами управления мотоциклом, ну и для сцепления с грунтом. Ну а теперь покажу вам еще одну модель уже из премиум-сегмента крутейшей шарнирной мотоботы Gaerna SG22. Gaerna сделали в этой модели новую 3D-форму носка 3D Main Body Toy Box. Она уменьшает высоту между подошвой и рычагом КПП, что увеличит точность и скорость переключения передач. В SG22 оптимизированная геометрия ботинка. Благодаря ей ботинки стали еще более эргономичными для лодыжек. Копируют, можно сказать, движение ног и ограничивают гиперэкстензию. Двухшарнирная система помогает избежать неизвестных перегибов, скручиваний лодыжки. Обновленная конструкция помогла также снизить вес мотобот. Кроме классической регулировки ремешка, в этой модели мотоботов верхний фиксирующий элемент можно поставить в три разные положения. Новая система позволяет подстроить мотоботы под разную полноту ног и разные типы наколенников. Щиток для голени регулируется в двух разных позициях. Внутрянка ботинок с эффектом памяти Memory Foam 1.0 полностью повторяет форму ноги, стабилизирует стопу, делая ее одним целым с мотоботом. Подошва усилена, она оснащена вставками двойной плотности. Каблук микрошок за счет двойного состава обеспечит защиту от микроударов на поворотах. И как мы любим говорить, не так важен бренд мотоботов, как важно их наличие у вас на ногах. Берегите себя, выбирайте качественную мотоэкипировку только в Rolling Moto. Пока!